Добрый вечер. На 12-м канале «Час новостей» в студии Дарья Шадрина. Главное сегодня. Врачи-учителя станут получать больше. Поэтому в 2020 году предлагаю направить на эти цели дополнительно 2,5 миллиарда рублей. Какие еще важные решения озвучил губернатор в бюджетном послании? Пострадали из-за паники, стали известны причины жесткой посадки Боинга в Барнауле. Умирают от голода и бесстрашия. Они не понимают, чего боятся на улице, чего нет. Приюты вновь переполнены, дачники в конце сезона бросают кошек и собак на произвол судьбы. Все решили секунды. Из-за лихача на трассе чуть не случилось лобовое столкновение. Нарушителя нашли и наказали. Им по плечу горы, тайга и болото. Я утром себя подготавливаю, занимаюсь зарядочкой маленечко, там это разгибание, загибание, чтобы не так соскочила с кровати и побежала. Почтальоны готовятся отметить профессиональный праздник. Зарплата бюджетников, которых не затронули майские указы президента, будет увеличена с 1 октября. Об этом сегодня заявил губернатор. Александр Бурков обратился с посланием к законодательному собранию. В нем огласил основные направления экономической и социальной политики региона на 2020 год. В зале правительства собрались депутаты, главы районов и сельских поселений, руководители политических партий, общественники и журналисты. Бюджетное послание слушала Танзиля Бахтиярова. Развитие Омской области невозможно без высококвалифицированных специалистов, а их, в свою очередь, стимулирует зарплата. Поэтому глава региона особо останавливается на теме благосостояния мечей. По данным опросов и поступающих в адрес главы региона обращений, больше всего людей волнуют проблемы трудоустройства и низкий уровень заработной платы. Губернатор предложил с 1 октября на 4,3% повысить зарплату бюджетникам, которых не затронули майские указы. Важнейшая задача – обеспечить рост зарплат и в дальнейшем. Считая недопустимым, когда за одну и ту же работу у нас получают меньшую зарплату, чем в соседних регионах. При том, что по уровню квалификации наши учителя и врачи ничем не уступают нашим коллегам. Зарплату надо повышать. Поэтому в 2020 году предлагаю направить на эти цели дополнительно 2,5 миллиарда рублей. Большой блок был посвящен теме образования. В следующем году будут открыты 2 школы в Омске и Селькуле. Начнется строительство еще 4 в Горьковском, Черлакском и Омском районах, а также в Омске. Но построить школу – это полдела, заметил губернатор. Нужно еще подобрать хороших педагогов. Поэтому со следующего года, по аналогии с действующей программой «Земский доктор», будет запущена программа «Земский учитель». Каждый специалист, который выберет работу на селе, получит единовременную выплату – 1 миллион рублей. Смежная тема – дошкольное образование. Александр Бурков говорит о том, что уже созданы 500 новых мест в детских садах для малышей до 3 лет. Сегодня в Омске строится 4 детских сада. За 2 следующих года планируется возведение еще 10. Но проблема с очередями в области остается. Очень важно привлечь социальный бизнес в эту сферу. С 2020 года должна быть введена двухканальная система господдержки. Создание частных групп для детей до 3 лет. Что это значит? С одной стороны, мы будем поддерживать создание таких групп предпринимателями и компенсировать им затраты на оснащение и ремонт. С другой, давать частичную компенсацию за содержание ребенка, так как большинство родителей, чьи дети посещают детский сад, для них это дорогое удовольствие. Омская область начнет реализацию еще 2 национальных проектов к уже действующим 10. Это наука, а также производительность труда и поддержка занятости. Ответственность за их исполнение – персональная, спрос каждого закрепленного за проектами министра. В рамках нацпроекта «Наука» планируется создание научно-образовательного центра мирового уровня. Будут собраны и реализованы лучшие идеи омских ученых, предпринимателей и промышленников. Глава области отметил, за 2 года уровень федеральной бюджетной поддержки вырос почти вдвое. Это показатель доверия президента. В то же время важно, чтобы региону доверял и крупный бизнес. Только за первое полугодие 2019-го объем инвестиций вырос больше, чем в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 65 миллиардов рублей. Это результат слаженной работы областного Кабмина. Инвестиционный климат в области меняется в лучшую сторону.
Нашли отражение в послании все важные для мечей сферы. Культура. Предстоит капитально отремонтировать 10 учреждений. Спорт. Особое внимание строительству арены Омск. Область финансово тоже примет участие. На это направит 750 миллионов бюджетных рублей. Плюсом к 10 миллиардам из федеральной казны и средств инвестора. Упомянул Александр Бурков. И спорт номер один в мире. Проведены переговоры с Российским футбольным союзом о развитии детского и подросткового футбола в регионе. Здравоохранение. Диагностика должна быть на высшем уровне и обязательно доступной каждому. Поэтому в первую очередь приобретены будут мобильные ФАПы и передвижные диагностические комплексы. Тема, к которой сегодня приковано максимальное внимание – экология. Каждый житель города чувствовал на себе влияние промышленных выбросов. Центр экологического мониторинга за 8 месяцев этого года обработал больше 3500 обращений о мечей. Как показала практика, просто выявить источник загрязнения недостаточно. Треть объектов, негативно влияющих на окружающую среду, подлежат федеральному экологическому надзору. Сейчас наш региональный контроль не имеет права заходить на такие объекты, что позволяет нарушителям уходить от ответственности. Для решения этой проблемы необходима консолидация всех надзорных органов в сфере экологии. По нашей инициативе на осенней сессии Государственной Думы будет рассмотрен законопроект об упрощенном доступе надзорных органов на предприятия, которые нарушают экологические правила. Кроме того, разрабатывается общий регламент взаимодействия с Росприроднадзором России по привлечению их лаборатории на объекты-нарушители. Остановился Александр Бурков на темах капитального ремонта, ситуации в строительной сфере, газификации. Отметил, что в 2020-м продолжится ремонт дорог, а также анонсировал возможное обновление руководящего состава. У 18 глав районов в следующем году заканчивается срок полномочий. Глава региона напомнил, главный индикатор результатов работы чиновников – мнение и оценки жителей. Пока уровень удовлетворенности властью в районах невысокий, но у глав еще есть время, чтобы активизировать работу и заслужить доверие людей. Тензиля Бахтиярова, Александр Сорожин, Сергей Гаев и Павел Манжос. 12 канал. Послание губернатора сейчас активно обсуждают политики, общественники и эксперты. Так, например, особое одобрение вызвала инициатива главы региона по повышению заработной платы бюджетникам. Бюджетное послание, если его аккумулировать, наверное, буквально в два тезиса, это повышение качества жизни людей и повышение доходов населения. Это вот две основные задачи, которым практически подчинены были все основные направления, изложенные сегодня в бюджетном послании. Стоит отметить те инициативы, с которыми выступил сегодня Александр Леонидович Бурков, это выделение средств для того, чтобы повысить заработную плату тем категориям работников бюджетной сферы, которые не вошли в национальные проекты. Это первое. И второе, сегодня как раз вы, наверное, тоже слышали, были свидетелями, вызвало очень большое одобрение, то, что выделяется дополнительно 2,5 миллиарда рублей на повышение заработной платы вообще в целом всем работникам бюджетной сферы. Врачи, учителя, социальные работники, работники культуры. Эксперты уже назвали послание губернатора законодательному собранию стратегией, в которой учтены современные тенденции. Например, без социально ответственного бизнеса запустить многие проекты просто невозможно. В передовых мировых державах до 70% всех денег на развитие социальной отрасли выделяют бизнесмены. То же самое теперь ждет Омскую область. Регион, в свою очередь, готов предоставить предпринимателям серьезные преференции. Уже констатация конкретных успехов по привлечению инвестиций в развитие региона, эти площадки, эти фирмы, которые назывались прямо поименно, которые принесли свои деньги в бюджет Омской области для того, чтобы развить точки роста и предприятия, и фермы, и перерабатывающая промышленность, получила значительные деньги не из бюджета, а из бизнеса. Это демонстрация успешности тех проектов, которые были обозначены год назад. Давайте честно говорить, на сегодняшний день мы прекрасно понимаем, что без бизнеса, без инвестиций мы не сможем никакие социальные проекты тоже осуществить. Это очень дорого, это очень затратно. Сегодня также было отмечено, что по ряду направлений Омская область выходит сегодня на первые позиции в России и показывает, что бизнесмены могут здесь работать, и от этого становится жизнь точно лучше. В рамках национального проекта «Наука» ставка будет сделана на научные разработки в нефтехимии, машиностроении и агропромышленном комплексе, которые должны стать новыми продуктами для мировых рынков. Поэтому эксперты уверены, это станет серьезным стимулом для развития региональной экономики и науки.
Мы должны пересмотреть все те подходы, которые сегодня существуют. Я имею в виду существование отдельно науки, вузов, предприятий. И уже объединив усилия, выйти на новый уровень сотрудничества с тем, чтобы получить уже так называемый синергетический эффект от объединения усилий с тем, чтобы выйти на другой уровень продукции, на какие-то новые рынки появились, чтобы новые идеи, которые не просто и ученые генерируют, допустим, как мы сейчас занимаемся по государственным заданиям, но и эти новые открытия должны находить сразу же какой-то отклик в промышленности. Во внимание сегодня были не только депутаты, но и руководители муниципалитетов. Мэр Оксана Фадина отметила, послание станет вектором для развития города в 2020 году. Бюджетное послание губернатора Омской области – это, во-первых, фундаментальная основа бюджета, который будет представлен вот уже в ближайшее время депутатам Омского городского совета. А значит, это те основные направления, которые в обязательном порядке должны будут учтены на предстоящий 2020 год. И, конечно же, бюджетное послание всегда с основными направлениями бюджетной политики определяют задачи для команды правительства и муниципалитетов Омского региона. К другим темам, мечей на борту Боинга, совершившего жесткую посадку в Барнауле, не было. Об этом нашей телекомпании сообщили специалисты Западносибирского следственного управления на транспорте. ЧП произошло накануне. После приземления у самолета загорелась стойка шасси. Людей сразу стали выводить из лайнера. Как рассказывают очевидцы, вид машин аварийных служб вызвал панику. Во время эвакуации туристы начали толкаться, в результате чего многие получили травмы. 65 человек обратились за помощью медиков. Одна пассажирка сейчас в больнице, остальные осмотрены и отпущены домой. Боинг 767 следовал из Вьетнама. На борту были 334 пассажира и 10 членов экипажа. Их выбрасывают словно мусор, оставшийся после летнего пикника или дачного сезона. Осенью количество дворовых псов увеличивается в разы. Владельцы участков возвращаются в свои квартиры, а питомцев, которые верой и правдой служили все лето, оставляют на ПМЖ на улицах. В квартиру четвероногого не возьмешь. Большая часть собак крупные. В лучшем случае экс-владельцы бывших любимцев отправляют в приюты. Сейчас почти все они переполнены. Екатерина Булычевская продолжит. Капельницы, перевязки, уколы. Круглые сутки Ахтай проводит в медицинском кабинете. Пес едва не остался инвалидом. В ветеринарную клинику его принесли с переломанными лапами. Что случилось и где хозяева, неизвестно. Ахтая прооперировали, и теперь он будет жить. А вот другой постоялец приюта, беспородный Найт, из-за людского равнодушия чуть не погиб. Истощенного его нашли в одном из дачных массивов. Сезон закончился, и верного охранника огородов отправили на все четыре стороны. Он уже лежал, не вставал в тот момент, когда его к нам привезли. Помимо этого, у Найта был ошейник, продет через пасть. То есть пес не мог ни пить, ни есть. Даже если бы он что-то нашел, он бы просто физически этого не смог сделать. Вот. Ну, конечно, было страшное обезвоживание. Радости не было предела у собаки, когда он вообще впервые увидел, наконец-то, еду. Случай далеко не единичный, говорят волонтеры. Дачный сезон заканчивается, и вчерашних любимцев просто оставляют на произвол судьбы на опустевших огородах. Как видно, думая, инстинкты спасут. Однако привыкшие к ласке и заботе хвостатые впадают в панику. Никто не приносит миску с кашей, и нет и будки, чтобы скрыться от дождя или снега. Это очень давно одомашненные животные. Они не понимают, чего боятся на улице, чего нет. Тем более, если животное еще и породистое какое-то, как, например, сибирские коты или там персидские. То есть они вообще не приспособлены к охоте как таковой. Вот эта вот длинная шерсть, которая колтунами идет, это все там потом начинает преть, грибки заводиться и так далее. То есть, ну, это неправильно, нехорошо. Как бы, ну, если уж взяли животное, то надо понимать, что это не игрушка, это минимум лет на 20 у вас. Вы в ответе за эту жизнь. Однако взять мохнатого домой решаются далеко не все. Голодные и замерзшие, брошенные псы сбиваются в стаи, могут напасть. А к следующему летнему сезону дворняк становится больше. В год собака может принести до 14 щенков. Именно поэтому каждую осень омское спецавтохозяйство работает в усиленном режиме. Брошенок массово стерилизуют. У нас увеличивается количество данных заявок, причем не только садоводческих товарищей, и с КТОСов. Потому что не все собаки остаются на дачах, они перебегают на территорию
города. Да, этот вопрос, он очень остро стоит осенью, потому что оставляют животных. Все лето подкармливают, потом оставляют их, потом они бегают, кому не нужны. Сейчас мы отлавливаем собак, они находятся у нас на содержании. Решить проблему с бездомными животными, по словам зоозащитников, можно. Достаточно ужесточить ответственность для хозяев и регламентировать разведение четвероногих. Например, в Китае запрещено заводить более одного питомца. При этом ежегодно его нужно ставить на учет и платить налог в 1000 юаней. Это примерно 9000 рублей. Во Франции бездомные псы тоже на контроле. Собакам вживляют чипы. И если их кто-нибудь подбирает с улицы, а потом выбрасывает, человека штрафуют на 30 тысяч евро. В Германии и вовсе в Конституции выделен отдельный раздел о защите животных. В России тоже есть закон об ответственном обращении. Однако, уверены эксперты, он требует доработки и уголовной ответственности. Ведь если за то, что дачник бросит питомца на улице, будет грозить тюрьма, может, люди станут нести ответственность за тех, кого приручили. Екатерина Булучевская, Александр Козлов, 12 канал. Специалисты пересчитали прожиточный минимум для пенсионеров по новой, утвержденной на федеральном уровне формуле. И оказалось, что установленная сейчас в регионе величина даже выше. По расчетам сумма составляет 8241 рубль, а действующая в Омской области 8480 рублей. Впрочем, снижать прожиточный минимум до расчетного никто не будет. На 2020 год сумму оставят без изменений. Такое решение сегодня приняли депутаты регионального ЗАГСа. Собрание. И смотрите далее в программе. Молодые и отважные юные мечи-герои рассказали удивительные истории спасения на всю страну. Все решили секунды. Из-за лихача на трассе чуть не случилось лобовое столкновение. Нарушителя нашли и наказали. Неопознанная летающая медуза. Увидев в небе ракету «Союза», мечи дали волю фантазии. Им по плечу горы, тайга и болото. Я утром себя подготавливаю, занимаюсь зарядочкой маленечко, там это разгибание, загибание, чтобы не так соскочила от кровати и побежала. Почтальоны готовятся отметить профессиональный праздник. Спасают утопающих из ледяной воды, вытаскивают пострадавших из искореженных в ДТП машин, защищают родное село от лесных пожаров. На интернет-портале «Проектория» сегодня прошел открытый онлайн-урок. Темой занятия стала профессия «спасатель». Трансляцию вели в 22 тысячах школ страны. Общая аудитория – 1 миллион зрителей. В прямом эфире выступили и юные герои из Омского региона. Недетские истории выслушала Наталья Бельская. Мы с Денисом шли на автобусную остановку встречать маму. Она должна была вернуться с маленьким братом. Миллионная аудитория в интернете. Андрей и Денис Любимовы рассказывают свою историю. Прошлым летом в родном селе Юрьево они увидели горящий дом. У окна в задымленной комнате стояла женщина с ребенком. Старший Андрей кирпичом выбил стекло. Мать передала мальчику свою двухлетнюю дочь. В это время младший Денис бросился внутрь полыхающей постройки и вывел 6-летнего мальчика. За храбрость ребята получили медаль за мужество в спасении. Теперь у них в жизни есть цель. По поводу своей будущей профессии думали уже? Да. Так, расскажите. Я хочу стать МЧСником. Спасателем. Так, Денис. Да. А молчаливый и суровый Денис? Я тоже хочу стать спасателем. Стальные нервы, отвага, крепкое здоровье – то, что нужно, чтобы стать профессиональным спасателем. Об особенностях службы школьникам рассказывают специалисты. Артем Елисеев – действующий пожарный. Для наглядности принес экипировку. По сигналу тревоги облачиться в нее нужно за 1 минуту. Через минуту пожарная машина уже выехала и уже передает задержки на светофоре. С людьми? Вот, да, конечно, уже все одеты, ага. И все уже мчат на пожар. Наша самая главная задача – это спасение людей. То есть огонь может подождать немножко. Первым делом надо всех спасти. Перед ребятами выступает и Максим Мухин, главный фельдшер Центра медицины катастроф. Вместе с коллегами он в первых рядах на месте ЧП. Неважно, в какой точке страны они произошли. Я вот когда прихожу на дежурство, да, я иду на дежурство с определенной сумочкой. Да, у меня там сменная одежда есть, все что угодно, потому что я могу прийти на работу и неделю не бывать дома.
Рассказы профессионалов во время урока перемежаются с историями юных героев. Ежегодно в МЧС проводят трогательные церемонии, на которых награждают ребят, спасших чьи-то жизни. Таких маленьких спасателей среди омичей немало. В июне кадет Степан Еременко вытащил из воды 8-летнего мальчика. Ребенок с друзьями решил искупаться в котловане, но оступился и начал тонуть. Степан бросился на помощь, несколько раз нырял и чуть сам не увяз в глине. К счастью, все обошлось, и оба мальчика остались живы. Без раздумий бросился на помощь тонувшим ребятам и Артур Рахимов. Трагедия произошла в Омске в апреле на одном из заброшенных котлованов. Подросток из ледяной воды вытащил на берег одного мальчика, но погиб, когда пытался спасти второго. Героем он стал посмертно. Наталья Бельская, 12 канал. Александр Бурков раскритиковал работу глав района в связи с подготовкой к отопительному сезону. Поводом для недовольства губернатора стали многомиллионные долги коммунальных компаний перед поставщиками ресурсов. Конфликтная ситуация длится не первый год, однако решение до сих пор не найдено. Чтобы не допустить срыва отопительного сезона, Александр Бурков уже договаривался с «Газпромнефтью» о реструктуризации долга. Однако многие районы выполнить свои обязательства так и не смогли. И сегодня на очередном совете не от глав муниципалитетов, ни от профильных министерств не поступило ни одного конкретного предложения по решению проблемы. Глава региона назвал такое отношение недопустимым. Если главы ставят проблемы, я хочу, чтобы министры это тоже слышали. И жили не в космосе, а на земле вместе с главами. Потому что здесь вопрос касается отопительного сезона, вопрос теплоснабжения – это вопрос жизни. Стариков, детей и всех омичей. Поэтому вот так докладывать о том, что у нас по факту есть, в дальнейшем не надо. Вот вы должны прийти и сказать, здесь долги у предприятия, я считаю, та-та-та-та причина. Или глава виноват, или руководитель этого предприятия. Но должен быть общий разбор полетов, мы должны это понимать. Александр Бурков поручил главам районов в кратчайшие сроки оценить работу каждого убыточного предприятия, выяснить причины задолженностей и выступить с конкретными предложениями о том, как решить проблему. А также провести полную ревизию коммунальных хозяйств, чтобы понять, какие из них в первую очередь нуждаются в ремонте или модернизации. Движение по улице Химиков полностью восстановлено. Больше 2 часов не удавалось организовать проезд. Этим вечером здесь произошла страшная авария. Kia Rio влетела в белый Nissan Avenir, который выезжал со двора. Иномарку отбросила в припаркованный Nissan Qashqai. Удар был настолько сильным, что машины превратились в груду металлолома. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель Nissan Avenir. Он должен был предоставить преимущество водителям, двигавшимся по главной дороге. Мужчину доставили в больницу. Насколько тяжелое у него состояние, пока не сообщается. Его 44-летняя пассажирка от полученных травм скончалась на месте. Страшная авария могла произойти на одной из омских трасс. Здесь чуть было не случилось лобовое столкновение. Видео в сети интернет разместил один из водителей. Автор ролика ехал по своей полосе, когда навстречу на огромной скорости вылетел внедорожник. Все решили секунды. Машины успели разъехаться за мгновение до удара. По всей видимости, лихач выскочил навстречу, чтобы объехать грузовик. Не смутили гонщика разметка, которая такой маневр запрещает. Инспекторы ДПС благодаря видео нашли нарушителя. Теперь он заплатит штраф 5000 рублей. Лихачили на дорогах сегодня и водители самосвалов, правда, по всем правилам. В виртуозном вождении соревновались омские коммунальщики. Между водителями спецтехники прошел конкурс профмастерства. Лучшие сотрудники 6 подразделений соревновались в скоростном маневрировании. Никита Смирнов с подробностями. На старт, внимание, марш! Тяжелый самосвал ловко извивается змейкой, сторонясь будто огня оранжевых фишек. Следующий этап еще более ювелирный. Нужно заехать передними колесами четко на середину черты. В финале припарковаться задним ходом. Все это на время. Большинство водителей справляются за минуту. Но рекорд этих соревнований – 50 секунд. Каждый день выполняем такую работу. Сложные дорожные условия, конечно, потому что движение плотное, пробки, светофоры. Не все уступают спецмашинам. Трактористам соревноваться на дистанции сложнее. Мешает массивная передняя конструкция для чистки от снега. Кроме того, такие машины капризнее, не сразу выполняют команды.
Омские дорожники обязаны виртуозно владеть спецтехникой. Каждый день им приходится не только очищать магистрали, но и маневрировать в плотном потоке машин. Когда погода делает сюрпризы, заливает дождем или засыпает снегом, на городские дороги выводится весь автопарк. Это 400 единиц коммунальной техники. Среди такого количества коммунальной техники, такого количества водительского состава случаев ДТП с нашим участием по вине нашего водительского состава исключительно редки. Победители конкурса профмастерства наградят в день профессионального праздника 20 октября. Но экзаменоваться и не раз дорожникам предстоит до этой даты. Синоптики обещают мокрый снег с дождем, а значит, искусство маневрирования и быстрой работы нужно продемонстрировать уже на этих выходных. Никита Смирнов, Денис Лопарев, 12 канал. Думали, что кометы – даже корабль пришельцев, а оказалась космическая ракета. Жители региона делятся в соцсетях фотоснимками и видео необычного явления, которое сегодня наблюдали в ночном небе над Омском. Яркий шар с хвостом многие приняли за НЛО. А некоторые пользователи из-за светящегося шлейфа в шутку окрестили неизвестный объект «Медузой». На деле же горящая точка оказалась ракета «Союз-ФГ». И сегодня ночью запустили с космодрома Байконур. Носитель выведет на орбиту пилотируемый корабль с тремя космонавтами. Свою работу – век информационных технологий. Они называют призванием, а чтобы доставить письма и посылки, готовы покорять горы, преодолевать болота и озера. Профессиональный праздник вскоре отметят почтальоны. 9 октября – Всемирный день почты. Поздравления своим коллегам в почтовые ящики доставит и Раиса Бондаренко. Амичке 80 лет, однако, несмотря на почетный возраст, обслуживает женщина сотни адресатов, а за день может прошагать не один километр. За свою работу пенсионерка уже получила множество грамот, в том числе и благодарственное письмо губернатора. Елена Бабкова подробнее. Пока ее соседки набивают эти тележки дачным урожаем, она наполняет ее доверху бандеролями и газетами. С увесистой поклажей Раиса Бондаренко проходит больше 10 километров каждый день. В маршруте почтальона 20 многоэтажек, сотня коттеджей и 3 крупных торговых центра. Такой кроссфит, рассказывает пенсионерка, лучше, чем спокойные будни. Носки вязать не люблю. И лучше пойду, поработаю. Я утром себя подготавливаю, занимаюсь зарядочкой маленечко. Там это разгибание, загибание, чтобы не так соскочила от кровати и побежала. Как-то привыкла уже, вот прямо привыкла. Думаю, вечером, когда устаю, думаю, все, хватит, надо отдыхать. Пойду завтра главпочтамт, напишу заявление. За ночь отдохнула, утром пошла на почту, пришла как в свою семью. Палящий зной, проливные дожди и лютые морозы. Почтальонскую вахту в любую непогоду 80-летняя бабушка несет уже 14 лет. Отдыхать, говорит, некогда, ведь ее ждут. Со многими, как не только с друзьями, а как с родней. Прихожу, они, о, наша Раечка пришла. Это да, пришла. Ну, если кто-то раньше было, если называют Раечка, значит, что-то там такое я неправильно сделала. А сейчас уже привыкла, что ласково называют Раечка. Шестидневная рабочая неделя и никаких поблажек. Чтобы доставить корреспонденцию в срок, на почту пенсионерка порой приходит и в выходные. А если адресата не удается застать дома, напоминает ему о посылке по телефону. У нас замечательный почтальон, добрейшей души человек, всегда четко, все вовремя, вообще слов нет. Когда тебе за 80 и горы по плечу, кавказские. Ровесница Амички Екатерина Дзалаева 3 раза в неделю разносит почту по горным поселкам Северной Осетии. Преодолевает 48 километров извилистых дорог. И почти все расстояние женщина, несмотря на возраст, проходит пешком, лишь иногда проезжая часть маршрута на попутках. Вы не устаете? Когда как. Не совсем стою. Ой, не могу. Не так. Ну, все ж таки слабость бывает. А вот тайгу жительница Тары Галина Ермолова покоряет на самодельном болотоходе. Добраться до отрезанного от большой земли поселка не мешают ни буреломы и бездорожья, ни надоедливый гнус. Привозит женщина не только письма и газеты, но и продукты и лекарства. Для селян почтальон чуть ли не единственная связь с миром.
как и для трех десятков жителей острова Юршинский в Ярославской области. Сюда Александра Брыкина добирается вплавь на веслах. С собой запас провизии и медикаментов, а еще банковский терминал, чтобы оплатить сотовую связь. За 25 лет работы Шурочка, как зовут ее сельчане, сменила уже 3 лодки. Вскоре понадобится новая. Впрочем, ни трудности, ни расстояния, говорят все, как один, почтальоны-экстремалы, их не тяготят. Уставать, если я скажу, не устаю, вы не поверите. Уставать устаю, конечно. Но для души что-то сделала, это переваривает. Это переваривает даже, что я полезная, что я нужная, что я сделала. Елена Бабкова, Дмитрий Храмцов, 12 канал. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Амичей приглашают на выставку-продажу рыбных деликатесов Сахалина и Камчатки. Дальний Восток всегда славился широким разнообразием рыбы, а теперь попробовать ее могут и жители нашего города. О том, какую ценную рыбу привезли в Омск, наш материал. Вся эта ценная морская рыба на прилавках выставки продажи рыбы Камчатки еще недавно плавала у берегов Дальнего Востока. Теперь ее пользу и вкус могут оценить и амичи. В ассортименте более 30 видов рыбы, а также свежая красная икра российского производства. Палтус холодного копчения, марлин, тунец, кальмар, кита, нерка, корюшка, вяленая, копченая. Ну и также консервы, которые изготовлены на палубе корабля. Настоящие ценители морепродуктов обязательно найдут здесь что-нибудь по вкусу. Есть уже и первые довольные покупатели. Здесь очень много рыбы, которые я просто даже не видела никогда на омских прилавках. Поэтому мне очень нравится такой выбор, я хочу все попробовать. Выставка-продажа рыбных деликатесов Сахалина и Камчатки проходит до 30 сентября по адресу Богдана Хмельницкого, 214, торговый дом «Корона», рядом с остановкой «Дворец культуры Баранова». При покупке от 1000 рублей амичи смогут поучаствовать в розыгрыше призов, который состоится в последний день работы выставки в 15 часов. Константин Алисов, Никита Гайдаш и Дмитрий Храмцов, 12 канал. И о погоде спонсор прогноза ИП Севкова Марина Балакановна. Выставка продажи теплиц в Омске. Завтра, 27 сентября, в регионе переменная облачность, возможны дожди. Температура воздуха в районах ночью плюс 1, плюс 3, днем до 10 градусов тепла. В Омске облачно, ночью плюс 5, плюс 6, в дневные часы потеплеет до 12. Ветер западный 4 метра в секунду, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. В сентябре купи теплицу на дачный просторы и сажай раньше соседа огурцы и помидоры. Выставка-продажа теплицы в Омске. Крепкие, выстоят в любую зиму, гарантируют. Доставка бесплатна, монтаж быстро. При покупке теплицы парник в подарок. Площадь УКИД интерьера и континента. Телефон 50 50 23. Акция действует до 30 сентября. Таковы новости этого четверга. Я благодарю вас за внимание и желаю хорошего вечера.